Приветствую, друзья! Вы на канале «Кладоискатель. Эволюция поиска». Меня зовут Юрий. Ну что, друзья, и вот подошел последний этап розыгрыша. Это финальный, последний розыгрыш. Розыгрыш такой же новогодний, как и два предыдущих до этого, но с большим объемом призов. И это все получит, ну, кроме, конечно, елки и маленькой елочки. Это все получит победитель сегодняшнего финального розыгрыша. Сначала я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Конечно, я поздравляю в каждом видео. Сейчас это предпраздничные дни, но хочу, чтобы у вас было хорошее настроение под Новый год, чтобы вы могли участвовать в таких конкурсах и выигрывать. Верьте в удачу. Удача всегда рядом, и вы когда-нибудь выиграете, может быть, даже сегодня. Ну вот, друзья, вот такой вот сегодня у нас подарок. Я добавил, как обычно, вот такой альбом с холдерами. Вот. Победитель получит вот эту всю кучу. Это также лупа нумизматическая. Ну, можно использовать как при рассмотрении мелких предметов. Очень полезная вещь. Это я добавил ароматизатор эвкалипт. Ну, ручку я показал, что я уже добавил. Потом вот такой вот бантик из шишечек новогодний тоже будет ваш. И, друзья, тут есть нож, есть растяжка России новогодняя. Вот, есть лезвие к ножам, 10 штук, естественно, батарейка, крона, возможно, вам пригодится, но ее нужно заряжать, опять же, повторюсь, батарейке нужно зарядное устройство. И, конечно, в честь наступления года свиньи, вот такие замечательные шоколадные поросятки, ниф-наф, наф-наф и нуф-нуф. И, конечно, кубок, наполненный монетами. И кубок с золотой медалью и первым местом. Этот конкурс как бы выделен обилием, большим обилием призов. Вот, поэтому, друзья, не будем тянуть время, переходим за компьютер. И сейчас мы определим финального новогоднего победителя. Друзья, всем удачи. Переходим за компьютер. Ну что, друзья, мы уже за компьютером. Как вы видите из названия видео, 24 декабря, новогодний розыгрыш номер 3. Сегодня 24 декабря, внизу в правом углу нижнем написано время 21:26, 24 декабря, понедельник. И мы сейчас разыграем последний суперприз и узнаем победителя. Ну что, друзья, копируем ссылку, переходим на рандомайзер, вставляем ссылочку. Ну что, вы готовы? Сейчас мы узнаем, кто будет последним победителем в финальном розыгрыше. Ну что, поехали, друзья? Вы готовы? Я готов. Поехали! Так, привет, бро, а я смотрю, куда ты пропал, вот я такой сякой, оказывается, колокол тебя не нажал, все, исправил свой косяк. Этот комментарий нам не подходит. Поехали дальше. Жмем. Вперед, ребята. И девчонки. Уральский скиф. Рад за победителя. Юра, спасибо за конкурс. Блин, Саша.
Почему я говорю, никогда, друзья, не оставляйте по два комментария отдельным. Потому что я знаю, что Саша вроде бы принимал участие, и у него, по-моему, было два комментария. Вот, и видите, рандомайзер выбрал именно тот, который нам не подходит. Ну что, друзья, интрига нарастает. Поехали дальше. Так, Мила Белова. Мила, приветствую вас, Мила. Вы победитель финального конкурса. Вот, я рад за вас. Я вот давно с Милой знаком, мы подписаны очень давно на наш на друг друга каналы. Мы знаем примерно друг друга пару лет. Вот, и Мила, я рад, что вы стали победителем. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья. Друзья, я даже не буду проверять Милу Беловой канал. Это человек, давно я на него подписан, у нее тоже много подписчиков. Но YouTube проверяет только до 1000 подписчиков. Можно посмотреть, кто у человека, на кого человек подписан. Но так как я уже 2 года подписан на Милу, а Мила на меня, так что моя подписка у Милы тоже давно ушла далеко. Ну что, друзья, поздравляю Милу Белову. Мила, мы за вас рады, я рад за вас. Вот, друзья, есть финальный новогодний победитель. Мила, жду от вас в Фейсбуке, в ВКонтактах, либо где-то ваш адрес. Вот, и в ближайшее время я вышлю вам подарок. А вы, друзья, я, друзья, с вами не прощаюсь. Всем, друзья, удачи. Участвуйте, играйте в конкурсах, побеждайте. Всем удачи, всем пока, всех с наступающим, всем счастья, здоровья, всем, чтобы в ваших семьях всегда было счастье, радость и успех. Всем пока, друзья.